Перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов. Всего в областном центре их 5. Особое внимание уделяется документации. Также проверяется аптечка, огнетушитель, общее техническое состояние транспортного средства, ремни безопасности, проверяется колесные транспортные средства, система оповещения как в салоне, так и снаружи. В ходе осмотра сотрудники ГИБДД выявили незначительные недостатки. У перевозчиков еще есть время для того, чтобы их устранить, после чего автобусы проверят снова. К перевозкам детей будут допущены только полностью прошедшие проверку машины. Также сотрудники госавтоинспекции проводят с водителями обязательный инструктаж по технике безопасности и напоминают о том, что они перевозят самых главных пассажиров. Школьников. Госавтоинспекторы провели осмотр внешних световых приборов, исправность аварийной сигнализации, работоспособность фар и стоп-сигналов. В обязательном порядке проверялось наличие у школьных автобусов системы ГЛОНАСС и тахографов. Водители школьных автобусов, в свою очередь, рассказали, что готовились к проверке и с нетерпением ждут начала учебного года. Ну, ждем, конечно. У нас сколько перерыв был это. Пандемии, это ждем, конечно, учебного года. Сами по детям скучаем. Там все-таки уже некоторые вообще там с маленького возраста ездят. 1 сентября, уже после повторных проверок, эти автобусы начнут доставлять воспитанников школ до мест обучения. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».